Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним второе задание на странице 42 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Рассмотри чертеж в каждой рамке. Вот первый чертеж, вот второй чертеж. Сколько точек обозначено на прямой? На прямой обозначена одна точка R. На кривой. На кривой обозначено две точки P и V. Назови обозначение точек вне прямой. Вне прямой расположены точки А и Т. Вне кривой. Вне кривой расположены точки И, К и В. И и К. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под.